Знакомьтесь, это участник марафона «Ты нам нужен» Саша Чернюк. Жизнерадостный и очень доброжелательный мальчик. Даже тяжесть микрофона он готов разделить с корреспондентом, который пришел к нему в гости. Вам тяжело держать? Нет. Нет, я просто помогу. Нет, спасибо, я привыкла. Саше 12, и ровно столько же за его пока еще хрупкими мужскими плечами операции. Аневризма вены голена. Саша единственный ребенок на всю Ивановскую область с таким врожденным заболеванием. А еще в 5 лет добавились приступы эпилепсии. Но и это мальчика не сломило, ведь у него есть свой ангел-хранитель. Мама. Ольга 24 часа в сутки рядом с сыном. И во многом благодаря ей Саша с каждым годом чувствует себя лучше и учится быть самостоятельным. В марафоне «Ты нам нужен» семья участвует уже не первый год. Благотворители помогают с покупкой лекарств. Помимо того, что эпилептический препарат, есть препараты, которые мы принимаем постоянно. Это желудочные препараты, которые нам выписывают, почечные, часть препаратов, печеночные, нам выделяет поликлиника наша. Слава богу, что у нас с этим проблем в принципе не было. В среднем, если посчитать, где-то примерно около 7-8 тысяч в месяц получается. То есть пенсия, вы знаете, какая у детей по инвалидности. То есть она около 13 тысяч рублей. То есть, а помимо лекарства, ребенку надо что еще каждый месяц? То есть его нужно кушать, кормить, обучать и все остальное. Саша учится в 4 классе. Занятия проходят и на дому, и в школе. Что тебе там нравится? Чтение. А еще что? Математика и русский. Все? Да. Сочинение пишешь? Без ошибок? Только одни ошибки. Одни ошибки. Но никто на них не учится. Да? Вот такой немного философский подход к жизни у 12-летнего ребенка. А как иначе, все детство Саши – это борьба за право быть как все, за право наслаждаться простыми мальчишескими радостями. Вот летом, когда выходим на улицу, то есть когда детки ездят на велосипедах, мы все время смотрят такими, жадными глазами на эти, на катание на велосипеде детей. Мы, наверное, не сможем никогда научиться, потому что, координация у нас нарушена из-за нашего основного заболевания. То есть, не знаю, не могу сказать. Может быть, когда-нибудь мы все-таки дойдем до того, что мы научимся кататься на велосипеде. Неделя добра начнется завтра. Вы можете помочь участникам марафона любым удобным способом. А еще средства можно перевести адресно. Например, указав в Саше Чернюк, вы поможете семье с приобретением лекарств. А на сэкономленные деньги мальчику, возможно, купит велосипед. Специальный для особенных детей, на котором Саша сможет почувствовать себя самым обычным мальчиком. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.